Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, регион Пьерия, между поселком Паралея Скотианс и Лептокария. Отель у нас Посейдония Палас, который мы сейчас будем с вами инспектировать. На первой береговой линии находится. Смотрите, здесь сразу шезлонги. Территория отеля. Есть собственный... Это бассейн или фонтаны? Это фонтаны. Я думал, это бассейн. Бар. Главный ресторан. Завтрак и ужины здесь, а обед находится в таверне. Завтрак и ужины здесь, а таверны, а в таверне уже обед. Внутри столы на улице. Все хорошо, все чисто, аккуратно. На территории отеля. И мастер. Игровые автоматы для детей. Пинг-понг. Номер 314 стандарт, двухместный. Покрытие здесь ламинат. Большая ванная комната. Есть фен. Все номера в отеле одинаковые, они выглядят так. О, в некоторых номерах есть еще одна третья кровать. Все номера в отеле одинаковые. Единственное, что есть еще дополнительный диван, который в дополнительную кровать превращается. Плазменный телевизор. Покрытие здесь ламинат. Кондиционер центральный, большое зеркало, балкон большой, с видом на сад. Еще разок. Конечно же, холодильник есть. Там это... Мика, мы 300 сера кровати плюс экстра бед. Είναι για τα σουτέρια, για μεγαλύτερες οικογένειες. Эти корпуса тоже принадлежат отелю. Там номера примерно такие же по территории. Площадки теннисные, баскетбольные, волейбольные. Вот за этим зданием находится. У них все это есть. Еще один бассейн. Идем к основному бассейну, к центральному. Бар возле бассейна. Это у нас обед. Идем с вами на пляж. Еще один бар. Yeah.
детская игровая площадка. Несколько горок, качели, карусель. Зонтики, шезлонги на пляже. Тут песок насыпной. А там мы видим опять галька. И здесь уже крупные камни на входе. Вот смотрите. И галька. И вот там вот такие, да, булыжники, я бы сказал. Они уже плоские, но ходить здесь надо аккуратно. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, подписывайте ваших знакомых, друзей, рекомендуйте наш канал, я вам буду за это очень признателен. Нам нужно продвигать наш канал, и чем больше будет подписчиков, тем больше я смогу снимать более интересных материалов, посещать больше стран. Помогите мне, пожалуйста, в этом.